касается должников. И если я не могу с ним ничего уже взыскать, ни по приставам, ни по там, судам и так далее, можно же просто продать 70%. Да, это плохо. Да, есть конторы, которые покупают. Особенно, когда исполнительные листы на руках. Надо пробить эту тему. И пусть они уже потом сами разбираются там. Это очень отменная идея. Мне так никто, знаете, типа. Надо поспрашивать, поинтересоваться. Ну, вообще, есть такие коллекторские компании. 50%. Как всегда, только 50%. Ну, 30 дадут. Это еще более реально. Уже едешь или пока еще стоишь, ждешь? А, я понял. Этот, так, так. Слушай, ну то есть эта схема бы сработала, да, если бы я рядом был бы? Я думаю, сработала бы. Вот, но надо будет в четверг попробовать, да. Впереди мобильный пост ДПС контроль. Хорошо, а ты мне пиши, пока будешь здесь ехать. Да. Буду вот на этом телефоне буду. Нет. Thank you.
здесь вот надо спросить это, где не платить на этом или на следующем участке. Для грузовиков, что? Это Т-пас. Это по как раз транспондеру. Это вот куда сейчас? Да, мы не сможем сюда. Ага. А это что такое? ОССП. Без понятия. Здрасте, подскажите, пожалуйста, на следующем мне нужно платить, да, или как? На следующем. Я вот их вечно путаю. Так, что, сигареты надо достать, да? Ну, давай. Давай, может, до заправки доедем? Да. Полезная идея. Вот мотоциклы два. А, и, кстати, может быть, куплю еще пачку. Еще есть магазин. Да, есть. Че, мне как, прыгнуть за руль? Ну, хоть да. А? Хочешь прокатить? Давай, прокатимся. Че, магазин идем? Да, да. Вы ушли с машины. Наглеем чуть-чуть, да? Нагло, однако. О! Так, тебе что взять? А я даже не знаю. Попить у вас нет?
Ну чё, погоним? Чё-то я отвык водителем ездить. Свет горит. Колеса крутятся, можно ехать. Так, а у нас полбака осталось, маршрут, да? Маршрут перестроен. Это на сколько у нас километров? Впереди платная дорога. На 222. Нормально, остановим. На тебя пищит? Адреналинчик там? Да. А, нет. Нет? Нет. А, я его бардачок убрал. Кстати. Не, пусть будет. Я просто думал, если ты вдруг уснешь, чтобы не тянуться, туда бардачок достану. Если вдруг ты надумаешь спать. Ну, главное, мотоциклист нас догоняет. Эти, наверное, да, кто это в теле, да? Путешественники какие-то. А? Какие-то путешественники, да? Ну да. Ну один на таком, на удобном едет, на чопере. Ну вот там день в воде, ехать так. А, не, что ж такое? Ну, таких можно ездить. Сегодня.
слева городишко какое-то. Задонск. Городишко Задонск. Thank you.
может, вы являетесь медработником или в вашей семье есть ребенок, получите минус 10% от стоимости нового автомобиля. О, да! Шунтейн-Авто. Источник хороших новостей, надежности и 10 лет честной работы. Звоните 72 77 77. Акция действует до 30 июня 2020 года. А вот это что? Вот что вот это вот я вас спрашиваю? Это наша новая вывеска. Нравится? Нравится? Да это же шедевр! Рекламно-производственная компания «Кактус». Комплексный подход к наружной рекламе. Собственное производство «Кактус». Липецк. Угловая 11, офис 41. Телефон 905-700. Бесценные дни в «Термострой». Берите вы 4 июля. Штукатурка «Волмослой» всего 350 рублей. Лови суперцену. «Термострой» на Юношеской 46Б и Студеновской 132. Подробности по телефону 50-60-50. Как же я соскучилась по шашлычку и окрошечке. А я соскучился по тебе. Моя баварская веранда «Золотой гусь». Не скучайте, приходите. Начало летнего сезона объявляем открытым. Баварская веранда «Золотой гусь». Новое меню, большая парковка, по выходным шоу-программа. Ждем тебя с семьей, с друзьями. Каждый день по адресу Московская, 75А. КНК «Мегаполис». Баварская веранда «Золотой гусь». Бронируй скорее по телефону 55-33-88, 55-33-88. Подробности на мегаполис.ру. Почувствуйте себя дерзким, стильным и оригинальным. Позвольте себе новый автомобиль «Хавэ». Действует июльское предложение от 1 099 000 рублей. Качество, заслуживающее доверия. Ваш дилер «Хавэ Лин». Липецк, 50 лет, Орловка, 22. Телефон 37-07-77. Thank you.
туманку как вывернула. Туманку вывернула. Так, знаете, сказать нет. Передняя левая туманка вот так вот с тормоза. Стула, да? А? Стула, это? Да, 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 да. Для него удивление будет, когда приедет, а туманки нет. Если слетит, нахуй, да, нет, не он. Ну что, наваливает, видишь, как? Наебал. Сейчас какой-то хуйней накрылся.
не знаю, хорошая это или нет, какая-то... Нет, я про то, что какая-то эпидемия, связанная с поездкой наших монастырей, началась. То есть как-то наши дамы федерального значения подарили по монастырям с разными целями и причинами, но надо сказать, что это одинаково плачевно. Мачковой выписали штраф. Здрасте. Нужно? Да, конечно. А на сколько там? На 100? Вот. Обычно вроде просто так открывали. Спасибо. Все, наслушался. Угу. Знаешь, чем радио хреново? Мы же это видео в YouTube выкладываем. А когда там играет какая-то музыка, то эти ролики не монетизируются. Да? За них не платят. Да. Потому что там есть, ну, права на чужую музыку. Поэтому я стараюсь без радио. Вон оно. В чем подвох, да? Смотри, какие эти. Отель какой построили. Зато вложили с баблом. Так, я вот это вот хотел сфоткать. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 110. Километраж не видно. Города видно, километраж не видно. Что у нас тут по топливу? 42,80 на Роснефти. Так, а Газпромнефть у нас будет впереди. У нас топливо на 189 км. Лишний груз возить с собой. Большое количество баки увеличивает расход. Так, это что у нас? Липецкая область, все? Того. Кончиковая сеть. Охуеть. Кафе Мария. Значит, тебе и авточехлы, и автоколодцы копают. Рации, антенны. Все на месте. Все можно замутить, лишь бы были бабки. Thank you.
стояла деревня, видишь, у нас поселочной дорогой. Взяли, рядом построили магистраль. И у людей теперь не тишина и спокойствие, а круглосуточное, да. Твой карьер какой-то есть здесь, да? Каньон.
слушай, вообще в идеале, конечно, нам сдать машину сегодня вечером. Неважно, в 10, в 11, вон, 22-26, хотя уже было 22-17, блин. Хотя бы вечером. Чтобы потом, ну, может быть, чуть-чуть побродить по Нальчику, если это безопасно. И рвануть на Блаблакаре, на этом, такси, на чем получится, в Минводы. Чтобы в Минводах, ну, чтобы в Минводах немножко побыть, если... Короче, из Минвод гораздо проще добраться до аэропорта Минвод, чем из Нальчика. Да? Чуть-чуть проще. Место осталось 1170. Ну да, еще дофига. Ну, блин, я... Ну, я не виноват. Я тебя в четверг постараюсь отвезти. Thank you.